Европейцы относятся к России как мине посреди Европы. Но и они не хотят ее взорвать, они хотят ее разминировать. Поэтому аккуратненько, знаете, так аккуратненько, это аккуратненько. А вот в рамках разминирования, знаете, иногда можно, как говорят следователи в прокуратуре, главное не выйти самим на себя. И вот заигрывание с Российской Федерацией иногда принимает такую форму поддержки Российской Федерации. Я об этом в том числе и в зале говорил. Говорил об этом на заседании политической группы. Я здесь вице-президент самой большой политической группы Европейской народной партии. И когда многие говорят, вопрос России и Украины нас разделяет, я говорю, подождите, а что у нас? Давайте говорите, что разделяет. Можно оккупировать территорию, можно захватывать, можно там людей воровать, можно в тюрьмы бросать. Скажите, кто-то в этом зале скажет, что так можно? Все молчат. Говорят, значит, мы все объединены, что так делать нельзя? Объединены. Поэтому в общей ситуации, в данном конкретном случае, мы должны отстаивать, так строить позиции, чтобы ни у кого не было возможности вправо или влево с дороги европейских ценностей, верховенства права, защиты прав человека.